локти. Когда локти, это твоя, это твое, вот тут как ты выглядишь, понимаешь? Если они здесь, то курица. Если так, то на курицу мы упали. Мы очень сильно стараемся, правда. Я очень хочу, чтобы у меня что-то получилось, чтобы я хотя бы научилась кататься. Потому что пока... Во-первых, мне кажется, что Виталик меня уже возненавидел. Потому что мы, конечно, проводим не 24 часа в сутки, но часов по... сколько? Часов по 10. Именно поэтому он так сидит близко сейчас с Женей. Оп, рук! Ногу правую. Ногу. Работаем, стараемся, боремся. Я думаю, что не нам решать. Зрителям, судьям, я надеюсь, они будут лояльны к нам. Не надо быть лояльным к нам, нужно быть, нам быть объективным. Жесткий ты со мной все время, каждый раз. Давай хотя бы здесь не будем начинать. Нам надо разобраться с дорожкой. Дорожка, я не знаю, ну что там, что у тебя, какие тебе там у нас проблемы? Куда ты пошла? Да. Ну куда вот ты пошла? У нас проблемы просто. Да. У нас просто проблемы. Встаем, поехали, никаких проблем не будет. Хватит актерским мастерством заниматься. Хватит актерским мастерством заниматься. Пошли кататься, хватит. На самом деле, что-то получается, что-то не, да? Ну, слушай, впереди еще, мне кажется, я надеюсь, впереди еще много времени, что мы с тобой не вылетим в первый. Болейте за нас, пожалуйста. Не надо говорить. На льду Жанна Фриске и Виталий Новиков. Александр Жулин решил, что эта пара должна танцевать африканский танец. Автор музыки Исидора Браун, тема называется «Магаленья». É curtir o verão. Vem, magaleia, rojão. Traz a lenha pro fogão. Vem fazer a maçã. Hoje é dia de sol. Alegria de coió. É curtir o verão. Yeah, 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 yeah. Ожидать какой-нибудь особой сложности от начинающих даже не фигуристов, а участников нашего проекта «Ледниковый период» еще рано. Но я обязательно спрошу у Жанны, я вам обещаю, уважаемые телезрители, а спрошу вот о чем.
Что было сложнее, ее дебют на цирковом манеже в проекте Первого канала «Цирк со звездами» или ее первый выход на лед? Не обижайтесь на меня, цирковые, но мне-то кажется, что на льду гораздо сложнее.